мальчик Энди. Марианна, здравствуй, дорогой. Мария Васильевна, к вам можно? Конечно, может. Ты за заключением? Мне сказали, что оно готово. Готово, готово. Это он? Да, он, Горемыка. И вправду, Горемыка. Умереть от руки невесты, это, конечно. Что у него? Ну что, горло перерезано одним ударом, очень профессионально. Невеста что ж в армии служила? До сих пор не могу понять, зачем она это сделала? Наверное, осознала, что еще не готова к семейной жизни. Значит, сперва вы видели этого молодого человека утром у дома Караваевых и потом вечером на свадьбе, верно? Да. Именно он попросил вас выключить свет в банкетном зале. Да, он попросил. Он объяснил, зачем ему это нужно? А он сказал... Он сказал, это для того, чтобы не было блеска и не пострадал жених. Вы могли бы описать его внешность? Это юноша, ему лет 18, очень высокий, худощавый, волосы, скорее всего, шатен. Лицо очень приятное, глаза такие серые, по-моему, серые. А, уши! У него уши немножко оттопыренные. Что у нас с бровями? Похоже. Нет, меньше и тоньше. Может быть, так? Более изогнутые. И все-таки, Ирина Дмитриевна, почему его никто не видел на свадьбе, кроме вас? Не все могут видеть. Почти никто. То есть вы хотите сказать, что все, кроме вас, слепые? В определенном смысле. Я все вижу, молодой человек. Вообще неприлично гримасничать за спиной. Вот нос такой. Может, написать ему? Может, попросить прощения? Но если он не обиделся, то мог бы сам написать. Но если я напишу, то это получится, что я напрашиваюсь. Ну, тебя в мессенджере ты не заблокировал? Вроде нет. Нет. Я фотографию вижу, когда он последний раз онлайн был. Ну, позвони, вы что-то теряешь. Анна Николаевна, среди знакомых Ирины Дмитриевны нет никого похожего? Нет, я не знаю. У нее все знакомые ровесники. Не просто вам с ней приходится, да? Нет, все хорошо. Она умница. Только забываться стала. Знали бы вы, какое у нее было чувство юмора, вот тогда еще до болезни, это что-то. Вы ведь недавно из Москвы? Недавно. Кофе хотите? Нет. Спасибо. Я, наверное, к бабушке пойду, наверное, с ней нужно побыть. Не переживайте, все в порядке, она справится.
По Москве не скучаете? Нет. А вы? Нет, не скучаю. Я должен забрать для похорон тело Сергея Павлова. Марьяна Васильевна, я пошла. Тело здесь. Вы, наверное, недавно работаете. Что-то я вас раньше не видела. Спасибо вам, Ирина Дмитриевна. Вы очень помогли. Ну что вы, это я вас должна благодарить. Я прекрасно провела время. В моей жизни сейчас так мало событий. Пусть таких событий будет поменьше. Такси вас ждет. Ну, благодарю. Не надумали вы обратиться за профессиональной помощью? Хотела вас спросить. Послушайте, я сам с этим разберусь. Извините. Просто как врач обязана вам напоминать. Я хочу напомнить вам о врачебной тайне. За это можете не волноваться. Похоже, что я волнуюсь. Просто меня могут отстранить от работы. Кому нужен сумасшедший следователь? Как раз не сумасшедший, это совершенно другое. Да-да, я знаю. Не беспокойтесь обо мне. Я как-то не беспокоюсь. А, ну, конечно, это же ваша профессия. До свидания, Максим Александрович. До свидания, Анна Николаевна. Сейчас, осторожно. Походила. Здравствуйте. Еще раз примите мои соболезнования. Благодарю. Есть один маленький вопрос. Давайте потом. Сейчас момент неподходящий. А вы... Что здесь делает убийца? Валера, что она здесь делает? Уберите ее отсюда немедленно. Валерий Николаевич, Вера Сергеевна, это все-таки ее муж. Она имеет право попрощаться, да и следователь дал добро. Вы что, там с ума посходили вместе с твоим следователем? Она убила моего сына. Нет, я не убивала. Клянусь вам, я этого не делала. Пожалуйста, дайте мне посмотреть на него в последний раз. Даже пожалуйста. Не мечтай. Может, я... Марьяна Васильевна, вот здесь еще надо подписать. Я все подписала. Могу я вам позвонить? Звоните. Жизнь коротка. Благодарю. Самароков, Самароков. Откуда он вообще взялся? Вроде из Москвы перевели. Интересно, за какие заслуги? О, Максим Александрович. Здрасте. Здравствуйте. А мы как раз вас вспоминали. Ну что, не удалось дожать Караваеву? Ну, Караваева сотрудничает со следствием, не вижу причин на нее давить. Ну, дело-то очевидно. Слушайте, чего вообще решили ее допрашивать? Мы бы сами справились. Принесли бы вам все на блюдечке. Оформляйте, пожалуйста. Михаил Петрович, я так не привык. Давайте к делу. Это фоторобот. Человека, который позавчера был у дома Караваевых, потом заявился на свадьбу, со слов свидетельницы именно попросил ее выключить свет. Нужно срочно этот фоторобот показать всем гостям со свадьбы. Думаете, у Караваевой был сообщник? Я думаю, она вполне может быть ни при чем. Подождите, но ведь все свидетели в один голос, да и на орудие убийства ее отпечатки. Да, еще как минимум двух человек, не считая официанта. Отпечатки убийцы могли быть затерты. Сергей мог убить любой, кто стоял рядом с ним. Нужно найти сообщника. Найдем его, выйдем на убийцу. Кто он был в описании?
Ирина Дмитриевна Штурман. Мы ее все, конечно, уважаем, но ведь у нее диагноз. Вы ведь в курсе? Такие свидетели часто обращают внимание на то, что не замечают остальные. Михаил Петрович, протокол вскрытия. Так, что тут у нас? Проникающее ножевое повреждение, несовместимое с жизнью, рост нападавшего 165-175 сантиметров, удар нанесен справа налево, правой рукой. Все сходится. Караваева левша. А самое главное, у нее нет мотива. Займитесь фотороботом. Скажите, пожалуйста, как вы видите это человека? Не знаю, не видите. Вы видели этого человека? Не знаю, не видел. Добрый вечер. Добрый. Вы меня помните? Конечно. Отлично. Вы узнаете этого человека? Нет. Вы уверены? Да. Подождите, подождите, подождите. Оставьте. Оставьте. А муж принял снотворное. Я ему утром покажу. Может быть, он видел. Да, конечно. Доброй ночи. Конечно. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? Я Светлана Караваева, ваша соседка. Простите, я что-то вас не узнаю. А его вы узнаете? Скажите, вы правда видели его на Олиной свадьбе? Да, конечно, он там был. Это Петя, Олин брат. А Оля... Оля... Ваша дочь. Боже мой, Светочка, прости, я не признала. Я давно тебя жду. Оля забыла Петю. Он обижен. Он ее очень любит. Олечка для него как окно. И он не хочет, чтобы оно закрывалось. О, Господи, теперь я все понимаю. Именно поэтому она пошла в армию. Ой, ты нет, ничего ты не понимаешь. Петя пришел, чтобы спасти Олю. А что это у вас дверь открыта? Ванечка, проходи. Проходи. Это тебе. Спасибо. Спасибо. Извини, эклеров не было. Пришлось взять птичье молоко. Ну и ладно. У тебя гости, да? Здрасте. Я ухожу, не буду вам мешать. До свидания, Ирина Дмитриевна. До свидания. Всего доброго. Чего она приходила? А, не знаю. Может быть, за спичками или... Ты действительно кого-то там видела у них на свадьбе? Видела, Ваня, видела. Но только об этом пока нельзя никому говорить. Я сама хочу сначала разобраться. Ну, почему нельзя говорить? Ну, ты же сама все обрисовала следователю. Сейчас, наверное, его... По всему городу ищут. Боже, как неудобно. Это он был. Он приходил к Ольге. В это невозможно поверить. Он был на свадьбе. Какие доказательства тебе еще нужны? Есть только один выход. Если ты не готов, Гриш, я сама это сделаю.
Я вообще не понимаю, зачем вы меня еще раз сюда вызвали. Я уже все сказала, что видела. Оксан, скажи, что случилось на свадьбе Сергея и Ольги. Сережу убили. Вы разве не в курсе? Я не об этом. Что случилось до этого? О чем ты? У тебя был роман с Сергеем? С чего ты взяла? Два свидетеля видели, как вы с ним целовались в боулинге. Это началось месяц назад. Женимся. Ура! Ура! Поздравляю! Поздравляю! Свадьба через месяц, но праздновать начинаем прямо сейчас. Пейте, что хотите, отец за все платит! Что делала Ольга в тот вечер? Выпила бокал шампанского и поехала в гостиницу. Она же скромница у нас. Сама невинность. То есть ты хочешь сказать, что у них с Сергеем до свадьбы не было ничего? Да у нее ни с кем ничего не было. Она фригидная или что-то в этом роде. Но Сереже нравилось, что она такая недотрога. Думаю, поэтому он решил на ней жениться. Вообще у них вся семья такая. Двуличная. Идея поменяться платьями твоя была? Ты хотела, чтобы он узнал тебя, а не Ольгу? Это ты его убила? Ты что, с ума сошла? Максим Александрович, вы слышали? В момент убийства Оксана была в платье невесты. Но Сергей все-таки узнал Ольгу. И Оксана могла убить его из ревности. У нее был мотив и возможность. Неплохо. Видите эту фотографию? Сделано за минуту до убийства. Где стоит Оксана? Слева от жениха невесты. Если бы она нанесла удар, раневой канал располагался бы под другим углом. Максим Александрович, в мистику верите? Нет. Вот, посмотрите, ваш таинственный гость только что получил из Ярославля. Идентифицировали его, установили личность. Гость со свадьбы? А чего ты от меня хочешь, скажи? Я старая, больная, я скоро не вспомню, как меня зовут. Да нет, нет у меня бриллиантов, нет. Я давно все распродала. И когда осколки разбить что-то стеклянное? Бабочка, а, с кем ты разговариваешь? Аннушка, как хорошо, что ты пришла.
мне что-то не здоровится сегодня. Ты покраснела. Может, у тебя температура? Не знаю. Затылок болит и мурашки перед глазами. Пойдем мерить давление. Пойдем, пойдем. Садись. Что, ты мне совсем не нравишься? Так. $200 на $160. Я скорую вызываю. Думаешь, это необходимо? Да, думаю. Алло, здравствуйте. Вызов примите, пожалуйста. Кирова, 16, квартира 14. Штольман Ирина Дмитриевна, 80 лет. Все будет хорошо, моя дорогая. Ты поправишься. Мы домой поедем, да? Не бойся, когда они придут. Аннушка. Да. Самое главное, надо разбить стекло, чтобы сверкало, как бриллианты. Я все сделаю. Обязательно. Все-все сделаю. Я знаю. Анна Николаевна. Да. Лучше помойте. Да-да, иду. Все будет хорошо. Не забудь. Не забуду. Анна Николаевна. Иду. Это что? Гуманизм такой? Почему вы отпустили Караваеву? Никто ее не отпускал, она под домашним арестом. А вообще, я сильно сомневаюсь в ее виновности. Я не понимаю. Ну, а я не понимаю, почему вы уверены, что вашего сына убила именно Ольга? Это мог сделать кто угодно из тех, кто стоял рядом с новобрачными, когда свет погас. И кто же, например? Например, вы. Вы правда думаете, что я способен убить своего сына? Я думаю, что вы собирались убить другого человека, но когда погас свет, вы ошиблись, удар пришелся на Сергея. Вы приготовились, взяли нож, собирались ударить им Ольгу, не зная, что на ней чужое платье. Вы ошиблись, когда думали, что Сергей целует и обнимает Оксану. Именно ее вы собирались убить. С какой стати? Из ревности. Ну, у вас же был роман с Оксаной Скобейниковой. Но это уже переходит всякие границы. Смотрите. Узнаете? Фотография сделана в Ялте в прошлом году. Я так и знала. Я порвал все отношения с Оксаной 3 месяца назад. А она, чтобы насолить вам, соблазнила Сергея. Скажите, она угрожала вам, шантажировала? Вы ведь наверняка обещали ей развестись и жениться. Я прошу вас, остановитесь. Да, мой муж изменял мне всю жизнь. Считал, что это само собой разумеется, право мужчины. Но он не убивал. Мы стояли вместе рядом, когда погас свет. Он никуда не отлучался. Максим Александрович. Простите, что отвлекаю. Вы можете пройти со мной? Это срочно. Свободен. Убила я. Олечка очень Сергея любила, а он ее нет. Я на свадьбе сразу поняла, что он задумал. Рабыню хотел из нее сделать. Соседку я попросила свет выключить, она не в себе. С нее спрос небольшой. Нож вы вложили в руку дочери. Я обозналась. Перепутала. Ну, забыла, что она уже не в белом платье. Оформляйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Что вы здесь делаете? Мне надо с вашей бабушкой поговорить, но меня к ней не пускают. Ну, и правильно делают. Почему? Допрашивать вам я ее не дам. Она в сознании? В стабильном состоянии? Мне надо поговорить с ней пару минут. Максим Александрович, об этом и речи быть не может. Я перед вами стою. Скажите мне, в чем дело? Дело в свидетеле, фоторобот которого я составил с ее слов. Этот человек погиб 12 лет назад. Караваев Петр Григорьевич, брат Ольги. Ему было 18, когда он бросился на улице девушку защищать. Его толкнули в витрину, и осколок стекла перерезал ему сонную артерию. Подождите, так этот ваш подозреваемый, получается, всего лишь галлюцинация? Вы как будто этому рады. Нет, я не то чтобы рада, просто... Нет, я рада, что мою бабушку не использовал в своих целях настоящий преступник. А его она могла видеть когда-то. Вот ей померещилось, что он пришел к ней на свадьбу. Нет, она не могла его видеть. Караваевы жили и в Ярославле, и только после трагедии переехали в Задонск. Она могла его видеть на фотографиях. Она могла его видеть в Ярославле, когда приезжала туда на работу. Поймите, мозг человека запоминает даже лица людей, которых мы видели раз в жизни. Даже в толпе на улице. Да, наверное, вы правы. Непонятно только, зачем она выключила свет. Максим Александрович, мозг человека с деменцией – это сломанный компьютер. Он не отвечает за свои слова и действия. Хорошо. Желаю скорейшего выздоровления вашей бабушке. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. А с чего вы взяли, что не виновата она? Так она же левша. А жениха-то убили правой рукой. Ну, раз не виноваты, значит, венец безбрачия на ней. Иван Емельянович, ой, смотрите, вот вам рецепт выписала. По одной таблетке каждый день перед сном. Спасибо, милая. Что, поживу еще? До 100 лет доживете. Да мне столько не надо. Мне 95 хватит. Ладно, здоровиться вам. И вам не хворать. Елена Федоровна, а что, Ольга правда левша? Да, раньше таких переучивали. В тебе как будто две женщины. Одна спокойная, холодная, рассудительная. А вторая страстная, порывистая, непосредственная, как ребенок. Две женщины. Две женщины в одной. Так она же левша. Невеста. А жениха-то убили правой рукой. Черная невеста. Правая, левая. Правая, левая. Две женщины в одной! И чтобы засверкали бриллианты. Какие бриллианты? Что с тобой, у тебя тахикардия? Проблем с сердцем не было, и вдруг учащенный пульс. Его толкнули в витрину, и осколок стекла перерезал ему сонную артерию. Осколки. Опять осколки. Чтобы заблестело. Заблестело, как бриллианты. Бриллианты. Легкий ступор. Какие? Скачок сердечного ритма. Затем явное изменение голоса. Психические расстройства. Черная невеста! Мам! Мам, это же неправда. Ты же этого не делала. Я это сделала. Встаньте, пожалуйста, как стояли во время конкурса. Извините, она стояла не здесь. А где? Можете показать? Подальше, вот здесь, слева. Встаньте, пожалуйста. Нож. Покажите, как вы убили Сергея Павлова. Где вы были, когда включили свет? Там. Сколько не было света?
Примерно 5 секунд. А где вы взяли нож? Нож? Так это мой нож! Он лежал вот здесь, а потом я видел его у нее в руках. Только она стояла не здесь, а вот там. Ольга Караваева, перейдите сюда. Да, вот там она и стояла. Светлана Караваева, вы утверждаете, что за 5 секунд вы дошли до стола и взяли нож? Товарищ следователь, простите. Моя жена сошла с ума. Она себя оговаривает. Она вбила себе в голову, что это дух Пети волю вселился. Какого Пети? Твоего брата. Но у меня нет брата. Вы хотите сказать, что вы не помните своего брата? Петр Караваев. Тихо, руки убрала. Ваши ноги и руки теплые и тяжелые. Веки становятся все более тяжелыми. Вы засыпаете. Вы спите. Сегодня 1 октября 2010 года, 10 часов вечера. Где вы находитесь? Я возвращаюсь домой с тренировки. Одна? Мы идем с братом. Я не хочу больше ходить на спину. С братом. Хочу заниматься танцами. С братом. Ну ты чего, малявка? Спорт – это важно. Танцы тоже. У нас уже есть спортсмен. Ты. Ну, пожалуйста, ну поговори с родителями. Ты же всегда меня защищаешь. Хорошо, ладно, ладно. Поговорю. Помогите! Помогите! Здесь, постой. Эй, мужик, в чем дело? Ух, блин, ты что, иди как шло, а? Что вы чувствуете? Ненавижу ее. Дура. Слабачка. Брата защитить не смогла. Замуж хочет. Только я никогда не разрешу. Все они будут умирать. Кто? Женихи. Почему они должны умирать? Потому что она наказана. За смерть брата? Не смогла защитить. Ольга. Когда я досчитаю до 10, вы проснетесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ольга, вы здесь? Вы меня слышите? Да. Как вы себя чувствуете? Да, я думал, такое только хорошо. В кино бывает. Как ты догадалась? Что вы сейчас? А у нее пульс подскакивал, когда она видела, как что-то блестит. Ничего. И она как-то странно менялась, я спала. Как будто говорила другим голосом. Это все признаки раздвоения личности. Я не помню. И в этом состоянии, очевидно, переключалась на праворукость. Готовы продолжать? Да. 15 октября 2019 года. Вы идете по улице. Его звали Евгений. Женя его звали. Двенадцатое ноября 2018 года.
3 часа дня. Он сказал, пойдем на крышу. Было круто. Произошло на свадьбе. Что вы видите? Извините, я сейчас. Я все это сделала? Нет, нет, нет. К сожалению, это так. Ну что ж, Анна Николаевна, у меня плохие новости. Ваша бабушка скончалась. Примите мои соболезнования. Максим Александрович, поздравляем с раскрытием. Спасибо и вас. Поздравляю. Спасибо. Хочу сказать, что я на вашей стороне. Понимаете, мне, конечно, сообщили, из-за чего вас понизили в звании и сослали в нашу глушь. Не волнуйтесь, я никому не скажу, но, положа руку на сердце, ваше начальство перегнуло палку. Вы же не специально, с каждым может произойти. Максим Александрович. Да. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Да, руки, опускай руки. Опускай, тихо. Дыши меня, видишь меня? Дыши, дыши, дыши. Вдох, выдох, медленно, вдох, выдох, вдох, выдох, дыши. Медленно, я сказала. Вдох, выдох, вдох, выдох. 5 предметов называй. 5 предметов, говори, говори. Лестница. Лестница, дальше. Пальто. Еще. Шарф. Еще. Говори еще, дальше. Сережка. Молодец. Девушка. Молодец. Красиво. Девушка. Прожила долгую интересную жизнь. И ты, Анечка, молодец. Приехала,
ухаживал за ней. Она тебя очень любила. И сейчас, наверное, смотрит на тебя с небес и улыбается. Иван Юрьевич, там никого нет. Хочешь, я с тобой останусь? Не надо. Спасибо, я в порядке.